Всем добрый вечер. Вышли, поздоровайся. Добрый вечер. Вышли мы в сад. Нагнула меня супруга. Слейки поливать. Нет, чтоб с этого. Ну вот поливай. Тебе цветочки скажут спасибо. Большое спасибо, ага. Да. О, как хорошо. Все, полил. Начинай сначала. Где банка? Сейчас отмеряет воду. Говорит, если будет 3 банки, будет 7,5 литра. Я ему говорю, нет, только 4,5. Ну вот сейчас мы меряем водичку. И будем травить жуков. Так. Он наливает воду, а я пришла показать вам. Смотрите. Скоро и здесь распустятся цветочки. Завтра посмотрим. Может быть, уже и завтра распустятся. Вот такой у меня кустик. Банка они намерили, решили добавить со шланга. Сейчас хорош. Будем мешать. Так. Ух, у тебя и чуни на тебе. Огородные. Фирмы МИДа. Так, размешиваем и пойдем травить жуков. Так, поливаем. Заливаем. А вот там еще в начале. Все уже. Все? Пошли дальше. Так, нет, сюда. Участок. Вот там все, еще. Все, кончилось. Надо еще покупать такую, да, ампулу. Но ты основное сделал, конечно. Вот, залил. Ну, теперь будем смотреть, что тут получится. Наши помидорчики стоят. Да, надо было. Ну вот. Обработали. Ой. Немножко обработали. Тут у меня, смотрите, какие игрушки будут. Немножко еще разбавил, да? Тут где виноград еще надо было? Где виноград надо было? Ой, тут что-то так пахнет вкусно. Какая-то травка. Такой запах приятный. Ты хоть побрызгать, да? Персик? Да, оно не брызгает. Не брызгает? А та другая? А ну пробуй. Не накачивается. А ты на пол поставь. Может, на... Нет? Да, оно еле льется. Ну что, процесс пошел? Да так, почти. По листикам, да? А вот с этой стороны тоже надо... Техника, конечно, стоит это дорого, но на грани фантастики. Может, там что-то пересохли, трубочки какие-то или еще что-то. Но вот сейчас льется. Оно должно, конечно, с большим напором, по идее, литься. Вот, оно видишь, не накачивается. Уже комары или мошка. Персик надо спасать. Что это чепуха? Ну вот, вот так мы поработали на нашем огородике. Немножечко побрызгали.
И на этом будем заканчивать. Посмотрим, что будет. Поможет, ой, поможет, не поможет. Напоминаю всем, вы были на канале Алла Гейтман. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, дизлайки. Пишите комментарии. Всем пока-пока. А вот, вот такая у меня малинка. Смотрите. Это ремонтантная. Она будет целое лето цвести и плодоносить. Вот такая у меня малиночка. Вот такие веточки. Вот. Скоро будет зреть, созревать. Тут пчелки. Смотрите, тут пчелки еще летают. Работают пчелки. Вот там дальше прямо их очень много. Прервалась немножечко, дочь звонила. Хотела пчелок показать, сколько тут много летает. Вот они, много-много их тут. Сейчас. Вот видите? Пчелочки. Вот они летают. Ну, пожалуй, и все. Все вам показала. Смородинка тоже скоро будет краснеть. Я уже показывала сегодня. Ну и на этом опять-таки будем заканчивать. И опять вот смотрите, какой помидорчик уже висит зелененький. Вот так. Будем ждать, когда он станет красненький. Ну все, на этом уже точно буду заканчивать свой маленький вложик. Это у меня тут чесночок вырос. Никто не сажал с прошлого года. На этом буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока-пока. Расцвела.